смех. Чаще всего мужчина, которого привели в оперу, дольше, чем программку, изучает меню в театральном буфете. Ситуацию можно изменить, если теноры станут исполнять не классическую арию, а, например, суперпопулярный интернет-хит. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. И тогда, поверьте, ни один Витя из оперы не захочет выйти. Добрый день. Здесь все. Жора. Стас, Митяй и Максим Анатольевич. Давай запишем эту арию, отец родной. Чтоб пригласили в Мариинку или в Большой. Устал мой голос, и я хочу домой. А лучше в отпуск и всей толпой. Остановите, остановите, Митя. Мите надо выйти. Разбито сердце, чем поможешь горю? Жоре, Жоре надо к морю. Надеть бы лапти вместо Адидасу. Стасу, Стасу надо квасу. Валюты нету, хоть вставай на трассу. Максу, Максу надо в кассу. Или в Египте Мите дали выйти на Самуи или Пхи-Пхи. Жора пишет стихи. Стасу дали квасу. А Максу надо в кассу. Остановите эту музыку, она не дает покоя мужику. Остановите этот бит, тенор молчит, в отпуск летит. Остановите, остановите, Мите, Мите надо выйти. Остановите, остановите, Жоре, Жоре надо к морю. Остановите, остановите, Стасу, Стасу надо квасу. Остановите, остановите, Максу, Максу надо в кассу. Дали выйти на Самуи или Пхи-Пхи. Жора пишет стихи. Стас напился квасу. А Макс пошел на трассу. Не ищите. Мы на репите. Нам не до Вити.